Сегодня вступает в силу новый визовый кодекс Евросоюза. Документ обязывает получателя подавать заявку на визу лично. Подлинность всех документов теперь будет проверяться особенно тщательно. И при выдаче шенгенской визы с сегодняшнего дня в единую полицейскую базу данных Шенгена будут в обязательном порядке заносить не только фотографию, но и отпечатки пальцев получателя. Если в визе отказано, консульство теперь обязано объяснить причину, а гражданин имеет право подать апелляцию. Для россиян при этом продолжает действовать соглашение об упрощенной процедуре выдачи виз, которая вступила в силу в июне 2007-го. Поэтому шенгенские визы для граждан не подорожают. Сбор составит, как и прежде, 35 евро. А вот сроки рассмотрения заявки на выдачу виз сократятся с 15 дней до 10. Напомню, в шенгенскую зону входят 28 стран. Кроме государств Евросоюза к ней относятся Исландия, Норвегия и Швейцария.